прошлое любит преследовать. Иногда чувствуем его, стоит исследовать, извлекать уроки на будущее. Прошлое инструкция в настоящее. Бусинки ожерелья времени, и ты помнишь их. Целостная, идеальная, каждая из них. Прошлое лишь последовательность событий, для настоящих реальных, для себя открытий. Ожерелье времени нас не трогает, не узнает в толпе, хотя знает о нас многое. Есть в нем враги, призраки прошлого, охотиться на них ничего хорошего. Не возвращались раньше, но теперь время бежит иначе, без фальши дальше. Воспоминания лодки раздражения, либо утешения, плывут по ветру, либо против тихого течения. Прошлое — самый мощный наркотик, заново пережить бусинку антибиотик. Кто же откажется от встречи с любимыми? Кто же откажется вновь быть молодыми? Стоит ли заново перебирать бусинки жизни? По финишной прямое приближение к смерти. Если стоит, то создаем свои мемуары для поколений в кабинеты и бодуары.